Сегодня уже вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос, прежде всего, нашей России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом много вот последние дни вели речи с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один, и мы договорились, что мы очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения. В противном случае мы склонны, знаете, и вы, и мы, к волоките, бюрократизму какому-то, все определим, все наметим, что надо решить, а потом, как начнем реализовывать, получаются чудеса. Мы эти чудеса видим, и я еще раз подчеркиваю, с президентом России подвергли очень жесткому анализу, вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения. Намечены программы импортозамещения, ну, кстати, в Беларуси 15 проектов. Ну и началось. Вот 10 проектов – это то, что России нужно. А 5 проектов – это могут товары пойти куда-то на внешние рынки из Беларуси. Это вроде бы неинтересно, но молодец Путин, он говорит, нам все интересно, потому что для того, чтобы продать в третьих странах на внешних рынках, товар надо в Беларуси произвести, а там больше половины комплектующих из Российской Федерации. Так в чем невыгода? И было решение, это вы должны учесть, что без всяких оговорок, те 1,5 миллиарда, о которых я говорил, по импортозамещению на Беларусь выделенных, из ресурсов России, они должны немедленно реализованы.